Всем привет! С вами Данила Миронов и Илья Маликов из группировки Hard Enduro.ru. И мы представляем наш проект года при поддержке компании Максима. Сзади меня натянута стропа. Я думаю, где-то 20-25 метров длиной, на высоте 3 метра. Это высота крыши контейнера. И задача очень простая. Сесть на трейлерный мотоцикл и проехать по этой стропе на высоте 3 метров до другого контейнера. Для того, чтобы проект состоялся и прошел безопасно, мы пригласили эксперта по слэклайну Анну. И корпус чуть-чуть назад. Стой. В целом, не мое вообще, это триальчик, как детский мотоцикл. Думаешь, первый раз получится проект? Я думаю, да, великий шанс. Изначально, когда я услышал от Ильи этот проект, казалось, что за сумасшедшая идея такая. Так мы прямо сейчас наблюдаем, как проваливается идея с креплением за руль. Ну, первый раз ты не проехал полностью. Ну да, как я и говорил. Как часто бывает в наших проектах, в голове все очень радужно, легко и красиво. А когда доходишь до практики, понимаешь, что многие моменты нужно было учесть заранее. Вот, например, сейчас, когда мы подошли уже как бы к финалу и нужно проезжать, поняли, что со страховкой, как мы планировали, не подходит. Нужно делать по-другому. Как по-другому? Все, будем стараться. Мега огнище, это очень круто смотрелось, я шла под ним и прям... Высота, да, какая была, вообще да. Жесть. Как вам наш проект 2021 года? Чего такого же безумного сделать в 2022 и всех наступающих?